Здрасте. И тебе доброго времени суток. Раз под ноги положено, ноги вытираю. Игнатьев Олег Васильевич. Первоходка. Чего? Первый раз говорю на киче. А, ну да, первый. Сходу видать, случайный пассажир. По какой статье заехал? 161, часть первая. Подворож, стало быть. Ну, раз подворож, а это масть уважаемая, то место сам себе займи. У кого спросить? Смотрящего. Что спросить? Кто в камере старший? Какое мне место занять? А ты по жизни кто? Учитель. Физкультурник? Почему? Накачанный какой? Да нет, физик. Ты что туман напускаешь? Злохан меня держишь. Почему? Ну, сперва говоришь, да, физкультурник. Потом, нет, не физкультурник. Я этого не говорил. Все слышали, как он сказал, да, нет. Ты говорил или нет? Нет. Я вам ответил. Ответить ты еще успеешь, баклан ветошный. Я подразумевал, что я физик. Физик, а ты и есть физкультурник. Вот, сам себе я подписал. Все слышали? Тогда или нет? Да. Вот и ништяк. А что ты тогда лоб крутишь? Ты здесь нульцевый, понял? Крепче сахара, не грыз еще ничего. Так что выбирай, спортсмен. Марафон побежишь? Или с вышки прыгать будешь? Да рад бы, но не могу. А почему? Отстранен от соревнований. Что так? А допинг-контроль не прошу. Так какое место мне занять? Прежде чем место занять, сначала прописаться надо. Вон у нас начальник паспортного стола. У него интересуйся. Только он зверь, не каждому дятлу позволит. Но ты не менжуйся, попробуй, убеди. Ты ему в морду дай, он разрешит. Во-во, дай, да дай посильнее, тогда лучше прописка выйдет. Давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Чё ты, молчи, ну, мочи. Мочи, это ты. Мочи, сука. Давай. Давай. Чтоб до крови прям, давай. Ты ж маслы в спортзале накачал. Чего очкуешь? А я не очкую. Жду, когда он первый ударит. Алмазно. А ты, Васильич, змей напористый, не повелся. Вещички на шконочку кинь, твоя будет. Я Стасик Невельский, смотрящий здесь. Хата у нас правильная. Живем по понятиям. Что на воле варганил, зачет не идет. Вежливость и порядок.